Прелестное морозное питерское утро. И по традиции стихи Вячеслав Лейкин. Как наступит зима, снегом выбелит лес, тут и зайчик становится белым. Он на юг не упрыгал, а в нору залез. Так какой же, скажите, ему интерес рисковать своим маленьким телом? А в Петербурге 15 градусов мороза. Днем температура воздуха в Петербурге изменится ненамного и составит 14, 15, 16 градусов. Атмосферное давление высоковато и составляет 777 миллиметров ртутного столба. Днем будет меняться мало. Относительная влажность воздуха 65%. Ветер восточный 4-6 метров в секунду днем. Как-то и сейчас уже ощутим, но абсолютно не беспокоит, может быть, потому что я правильно одет. Днем в Петербурге будет облачно, без осадков. Одеться, конечно, сегодня следует потеплее по-зимнему, и все у вас будет просто великолепно. В выходные сохранится такой же характер погоды. 15-17 днем, ночью 19, без осадков. Сегодня солнце в Петербурге взойдет в 11 часов 00 минут. Ну вот, о погоде и все. А сейчас время последних известий. Это последнее известие. С вами Елена Снитовская. Здравствуйте. Сегодня из Петербурга в свой первый антарктический рейс выйдет научно-исследовательское судно «Академик Трешников». Оно будет обеспечивать деятельность российской антарктической экспедиции Института Арктики и Антарктики. Но кроме этого привезет груз на научную станцию, сменит там экипаж зимовщиков. Во время похода судно проверят на способность работать в сложных ледовых условиях Антарктики. Для нас на первом месте была высокая надежность этого судна. Судно для Антарктики, где никто не может прийти на помощь, там судно в одиночестве находится. Поэтому надежность, еще раз надежность. Ну и кроме того, все, что судну необходимо. Это судно многофункционально, сочетает в себе функции ледокола, который самостоятельно плавает в тяжелых льдах. Это научно-исследовательское судно, на нем 9 лабораторий стационарных, 4 контейнерных. Это пассажирское судно, оно перевозит 80 членов антарктической экспедиции. Судно спроектировали в конструкторском бюро «Балтсудпроекта», построили на Адмиралтейских верфях. Новый флагман научно-экспедиционного флота России был спущен на воду в марте прошлого года, а в нынешнем октябре передан Росгидромету. Первый антарктический рейс академика Трешникова продлится 111 суток. Возвращение в Петербург запланировано на 11 апреля 2013 года. И сегодня же, в преддверии долгожданного открытия новых станций метрополитена Бухарестской международной, журналистам покажут, во что воплотились фантазии архитекторов и художников. Работники СМИ первыми спустятся под землю, чтобы оценить облик этих двух узлов подземки. Тем временем, заслуженный художник России Александр Быстров, работавший над мозаиками на станциях, рассказал последним известиям, что главная идея для оформления международной появилась сразу. Это своеобразное представление о рождении цивилизации. Однако в процессе подготовки эскизов пришлось от многого отказаться как от некоторых изображений богов и исторических памятников, так и от материалов отделки. Здесь интересно, мы применили, значит, синий цвет и желтый цвет охру. Ну, хотели сначала поставить золото, настоящее золото, но золото, во-первых, это, конечно, очень дорого. Вот, настоящее золото дорого. Но и не всегда оно оправдывается, потому что золото цвет божественный и принадлежит богу. Вот, поскольку это древние еще языческие, я бы так сказал, космогонические божества, а не те, в которые верует сегодня человечество. То есть решили обойтись пока без золотой смальты и вставить охру. Станция метро «Бухарестская» будет оформлена мозаиками, отсылающими к искусству Византии. На них художник решил поместить некий собирательный образ архитектуры Бухареста. Кстати, сейчас мастера готовят новые эскизы для следующих станций. Так, например, тема оформления проспекта Славы Афганистана «Шушар. Природа». А вот что к этому часу пишут информационные агентства.
РИА Новости о том, что письмо Ван Гога продано за 280 тысяч долларов. Художник написал его на 4 страницах, адресовано послание его друзьям, владельцам кафе в Орле. Кстати, супруги часто позировали Ван Гогу, а их заведение увековечено на холсте «Ночное кафе». И снова РИА Новости. Русские сербы отметили столетний юбилей марша прощания славянки. Праздновали с размахом, пригласили звезд. Между выступлениями вспоминали историю создания произведения, написанного трубачом Василием Агапкиным под впечатлением от Первой Балканской войны. Балт-Инфо сообщает, фильм «Фауст» Александра Сокурова получил премию гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон» в номинации «Лучший фильм 2012 года». И это не единственная награда ленты. Также она отмечена за лучшую режиссуру и лучший сценарий. Сыгравший в «Фаусте» роль ростовщика Антон Досинский получил приз в номинации «Лучший исполнитель второго плана». О том, что сегодня будет интересного происходить в городе, расскажет Наталья Мандурина. Политехнический университет устраивает пресс-тур по исследовательским лабораториям. Все помещения были созданы в этом году и оснащены новейшим оборудованием. В северной столице премьера. На большом экране стартует фильм «Джентльмены. Удачи». Ремейк одноименной советской комедии представит исполнители главных ролей Сергей Безруков, Гоша Куценко и Антон Богданов. Петербургская молодежь организованно отметит конец света. Грандиозный флешмоб охватит весь Невский проспект. Также будут работать несколько концертных площадок. На площади Восстания, например, все желающие смогут выпить чай, потанцевать и запустить в небо воздушные шары с пожеланием на будущий год. И в завершении выпуска о погоде. Сегодня в Петербурге будет около 17 градусов мороза. Днем выглянет солнце. К этому часу у меня вся информация. Следующий выпуск «Последних известий» смотрите в 11 часов. Спасибо, что были с нами. Ну а прямо сейчас новости экономики. На 100 ТВ время деловых известий. В студии Екатерина Семыкина. Здравствуйте. Первые новости с рынков валют. Доллар с расчетами на сегодня стоит 30 рублей 76 копеек, евро 40 рублей и 65 копеек. В конце года россияне понесли деньги в банк. Согласно данным Росстата, в ноябре существенно выросла потребительская активность граждан. Но и банковские сбережения населения также увеличились, пишет Коммерсант. На потребительские аппетиты пока не повлияли ни замедление розничного кредитования, ни рост безработицы в конце года. Потребление в ноябре, по оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, поддержали рост зарплат бюджетников и стабилизация инфляции. При этом Центробанк фиксирует заметное увеличение темпов роста рублевых вкладов населения с 0,7% в октябре до почти 2,5% в ноябре. Эксперты полагают, что стимулом для накопления, кроме депозитных ставок, могут послужить и ожидания эскалации проблем в экономике. Так называемые зеленые товары пока редкость на российских прилавках. Как заинтересовать отечественные компании в применении безопасных с экологической точки зрения технологий? Найти ответ на данный вопрос попытались участники профильной конференции в Петербурге. По мнению экспертов, финансовые механизмы для этого уже существуют. Порядка 30% покупателей готовы покупать такую продукцию, комаркированную, да, с такими свойствами экологическими, дороже, чем она стоит сегодня. Это уже, конечно, показатель. Но еще что показалось, что более половины, процентов 60 примерно, населения обеспокоены состоянием окружающей среды. Помочь потребителю разобраться должна экологическая сертификация и маркировка товаров. В мире существует порядка 37 независимых организаций, которые занимаются оценкой степени воздействия продукта на окружающую среду. Уже сейчас 2-3% мирового рынка занимает экопродукт. Но в России и того меньше. По мнению экспертов, для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо участие государства. Госзакупки могли бы стать инструментом поддержки экологически ответственного бизнеса. Этот инструмент очень активно используется во всем мире. Особенно, например, в западноевропейском сообществе, в Соединенных Штатах, в Японии, страны золотого миллиарда. У нас они тоже есть. Но надо, чтобы эти закупки осуществлялись по как раз зеленым критериям. То есть по критериям эко-маркировки, например. Малый бизнес спасет всех даже после конца света. Петербургские депутаты, подчеркну, весьма скептически относящиеся к вероятности глобальных катаклизмов, которые принято связывать с сегодняшним днем, все же рискнули дать прогноз на будущее после конца света. Члены комиссии по экономике городского парламента, в шутку, конечно, предполагают, что даже самые неприятные испытания, которые могут свалиться на планету, не отменят товарно-денежных отношений. И бизнес сможет извлечь пользу из испытаний. Сложившиеся на разных рынках паритеты рухнут, и создавать их заново смогут новые участники. А конкурентная борьба новых игроков в конечном счете принесет пользу потребителям. Они получат лучшие товары по приемлемым ценам.
Может быть, торговля немножечко все-таки оживет. И самое главное, что, может быть, оживет и малый бизнес. Потому что, конечно, очень не здорово, когда крупному бизнесу принадлежит на сегодняшний день 75% оборота. Это неправильно, и, на мой взгляд, надо как раз помогать малому. Впрочем, депутатов от экономики более занимают дела текущие. Сейчас они составляют программу деятельности на следующий год. И прежде всего разрабатывают меры по поддержке городских малых предпринимателей, которые в уходящем году понесли бизнес-потери от федерального запрета на продажу алкоголя и табака, а также от выросших арендных ставок. И пока это все об экономике. Удачного делового дня и до встречи.